Дорогие дамы и господа, мы рады вас приветствовать на жемчужной свадьбе Мурата и Зауре. Давайте возьмем интервью у наших гостей. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирке. Меня зовут Мутагос. Я подруга Зауре. Жемиля. Меня зовут Адиль. Меня зовут Гульнар. Меня зовут Мурат. Я семейный друг Жексыбаевых, Мурата и Зауре. Как вы думаете, в семье Мурата и Зауре кто главный? Я думаю, Зауре. Я думаю, что Зауре. 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 Ну, естественно, Зауре. Мне кажется, Мурат. Кто сегодня меньше всего подарит денег? Я, Марат, Ермек. Мы с Маратом. Потом Зуля, Оселя, Бота. Гульнара, Марат, Оселя, Ермек. Это Ерма. Вот, потом я, вот, и Арман, здесь ребята. Осели, Ермек, Бота, Гульнара. Какую песню поет Зауре в душе? Козулурек, та-дай-р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 ай. Летать так летать, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Мария Магдалена, чип-чип-чип. Вот что-то вот такое, да? Надежда, мой компас земной, а удача награда засмеялась. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Куда, куда, дигзген, кирк пауэр дигзген. Куда ларга берсалим. Жан досым, үстем болсын мерейін, әр қашан жемісіңді көрейін. Какие качества вы цените в Мурате и в Зауре? Невежество, хамство, трусость, наверное. Наверное, невнимательность. Врут когда-нибудь. Несправедливость. Жадность. Предательство. Непорядочность, там, лживость. Сколько девушек было у Мурата до встречи с Зауре? Наверное, 6. Более 4. От 3. 300. Больше сотни, даже. Думаю, там пару десятков. 9. Ну, 4. Так, General 4, да. Если бы вам дали 1 000 000, что бы вы подарили Мурату и Зауре? Ничего. Цветы? Ну, красивую белую розу. Ну, в первую очередь цветы. Букет цветов. Яблоки. Роза – это знак внимания. И все. Я примерно так же подарил один цветок, потому что у них есть все. А когда мы сюда приходим, самое главное – это знак внимания. Как вы думаете, друзья, сколько Мурат сегодня выпьет на празднике? Я думаю, ну, несколько бокалов, наверное, вина. Насколько нальет, столько и выпьет. Ну, как минимум, бутылку вина выпить. Ну, 3 бутылки – это драка, 2 бутылки – это, ну, это плохо, пол бутылки. 4 бокала. Ну, я думаю, где-то 0,5 литра. Что сегодня будет на праздничном столе? Килька, колбаса докторская, фруктовый кефир, ну, конечно, картошка жареная. Ну, может, лапшу. Какая-то картошка жареная. Какую-нибудь консерву, хлеб. Макароны. Доширак. Вы видите, в каком шикарном месте мы сегодня проводим праздник. Как вы думаете, какой бюджет сегодняшнего мероприятия? 45 тысяч, наверное. 70 тысяч. 75 тысяч тенге. 60 тысяч, ну это как бы, ну еще может и 40 на всякие. Добавить 1100. Ну, наверное, где-то 1250. 60-90. Что вы сегодня подарите? Розу. Ничего. Много денег. Ну, ничего. Наверное, телефон, да, по которому постоянно во всех приложениях каждые 30 секунд прет реклама. Попробуйте описать одним словом Мурата и Зауре. Классные. Очень гостеприимные. Ну, они теплые просто такие. Они добрые. Они красивые. Идеальные. Что вы хотите пожелать Мурату и Зауре? Желаю вам
долгой и долгой еще продолжительной совместной жизни, счастья, благополучия. Пусть ваш путь этот дальнейший будет таким же светлым и чистым, как жемчуг. Вы прожили вместе 30 лет. Ну, это только начало. Я хочу, чтобы вы прожили еще столько же, еще столько же. Я хочу вам пожелать, чтобы ваш клан разросся, и чтобы, когда вы вместе садились за стол, там бабушка или прабабушка, прадедушка, там дети, внуки, правнуки, чтобы за вашим столом собиралось минимум 50 человек. Они прожили огромную счастливую жизнь, они проживают. Вот. Это большая фамилия, большая семья. Вот. Дай Бог этой семье всех благ. Растут у них дети, все замечательные, все они росли вот на глазах у нас. Вот. Внуки уже появились, дай Бог этой семье стать еще больше, огромного здоровья, много детишек, вот. Мир и благополучие этому дому. Дорогая Зауре, дорогой Мурат, я поздравляю вас с такой великолепной перламутровой датой. Желаю вам всего самого наилучшего, добра, благополучия, счастья, здоровья вашим родителям, близким, детям, чтобы приумножались ваши внуки, чтобы Кайсар благополучно завершил свою учебу, чтобы детки ваши младшие выросли, закончили школу, поступили куда они пожелают, жените их, выдайте замуж Аяжан. Я хочу, чтобы у вас всегда все было хорошо. Я вас очень люблю, ценю, уважаю. Во многом я вам благодарна. Вы также сыграли огромную роль в моей жизни. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть в моей жизни. Зәуре Мұрат, шын жүректен құттықтаймын бүгінгі 30 жылдық тойларыңызбен. Ұзақ өмір сүріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осы өмірде бірге ұстасып, балдарын, немерелерін қызығын көріңіздер. Әрқашанда осындай тойларыңыз көп болсын, біз осындай сіздердің тойларыңызға, қуаныштарыңызға ортақтасып жүре берейік. Сіздерді өте жақсы көреміз. Дорогие Мурат и Зауре, сейчас, конечно, экспромтом хотел бы пожелать вашему дому, вам, вашим детям благословения Бога. Счастья, всего самого-самого хорошего. Ну, думаю, в тосте я разверну свои пожелания. Спасибо вам большое за приглашение. Друзья, ну я думаю, что именно сейчас можно поднять бокалы после таких прекрасных поздравлений. За наших дорогих Мурата и Зауре. Мы вас поздравляем, желаем вам счастья, благополучия и, конечно же, процветания. Друзья, все вместе, дружно. Ура!